Ребята, если вы вдруг не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк на этот ролик и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые выпуски, ведь там вы можете найти много чего интересного и полезного. Я желаю вам приятного просмотра. И в этой тележке, внимание, посмотрите, столько ресов. Ребята, я сколько ресов не фармил в жизни. Привет всем, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash of Clans, и сегодня будет ролик о моем втором аккаунте ExitWin. На данный момент сейчас я буду на деревне строителя, ну сейчас перейдем на основную деревню. Значит, я просто хочу прорекламировать свой клан, вступайте в мой клан, потому что это моя академка, холдик академ на деревне строителя, прием от 2800 кубков на деревне строителя. В общем, заходите, мы сейчас в русском топе, в академке, 14 место, скоро выйдем в топ-10. Если у вас больше кубков, то заходите в наш основной клан, мы скоро будем в топ-3, а то и в топ-2. В общем, заходите в наши кланы, будем вместе прокачиваться и развиваться. В общем, ребятки, сейчас я прихожу на свою основную деревню, и я эту деревню прокачивал еще, ребята, год назад. Вы можете видеть сейчас на своих экранах рашерский 10-й таунхолл. Я не отрицаю этого, это было все задумано именно так делать, потому что я еще в то время играл в КВ, то есть в клановых Я еще на то время играл на кланварах, то есть в клановых войнах. И было очень актуально делать там 8 ТХ с половиной, 9 ТХ с половиной. В общем, качала 10-ю ратушу, но не ставил арбалеты, инферны, ничего это не ставил. Вообще полностью был прокачкой 7-го таунхола, но прокачивал армию. Ну, на то время я не успел прокачать ее нормально и забросил, в общем. Потом появился рояль, и я перешел в рояль. И вы задавались себе вопросом, ребята, что будет, если целый год не заходить в Clash of Clans? И, ребята, я на этом аккаунте, вот именно на этой деревне, целый год не играл. Я вам честно, вот сейчас давайте откроем ход сражений. Сейчас вы видите на экранах ход обороны. Да, меня атачат постоянно, абсолютно. Каждый день, каждый час, только спадает щит. Но давайте посмотрим ход атаки. А ход атаки, ребята, даже посмотреть нельзя, потому что когда я последний раз заходил сюда снимать видео, еще до того, как появился, точнее, после того, как появился Clash Royale, я, ну, параллельно иногда заходил и в Clash of Clans, то здесь было, я не помню, то ли 75 дней не заходил в игру, то ли уже 100, а сейчас даже вообще его нету, то есть целый год я не заходил. Так вот, что поменялось? Я, к сожалению, ребята, уже собрал ресурсы, но они не были полными. Суть в том, что у меня вот есть вот такая вот тележка, ребят. И в этой тележке, внимание, посмотрите, столько ресов. Ребята, я сколько ресов не фармил в жизни. Ну, на основной деревне, да, там, где у меня 9-й таунхолл, я там, по-моему, лям золота выбивал. Ну, вот такие вот ресурсы. Ребята, я вам клянусь, я такого еще не видел. Я видел, что в тележке, кто не играл долго, ну, там, миллион, полтора максимум. Ну, ребята, 4 миллиона ресурсов плюс 4 тысячи дарка, то есть 4,5 миллиона ресурсов. Это просто... Нет, подождите, 4 миллиона, ну, 4 миллиона, ладно. Это жесть, ребята. Естественно, тут все заросло у меня препятствиями, я их немножко поубирал. Что еще тут? Ну, в магазине спецпредложения. Больше ничего, никаких изменений нету. То, что меня тачат постоянно, это факт. То есть, если вы не заходите очень долго в игру, от этого ваша деревня не пропадает, как раньше с поиска. Раньше просто была мулька, ребята. Если вы долго не играете, то ваша деревня запрошкой становится, и ее в поиске Unreal найти. То сейчас такого нету. Видим, да, меня тачат, ну, каждые 6 часов. То есть, видим, да. Ну, я вам, ребят, клянусь, я на эту деревню вообще не заходил. Я в качестве твинка вошел и перешел на деревню строителя. Все, и сижу просто здесь. Но я не заметил того, что здесь есть повозка с добычей, и тут 2 миллиона золота, 2 миллиона эликсира. Это, ребята, просто жесть. Я не знаю, ну, согласитесь, это много. Просто посмотрите, сколько здесь ресурсов. Это, я не знаю, классно. Я не знаю, ребят, забирать эти ресурсы или не забирать. В общем, может оставить в качестве декорации, пропадет она или нет. Но, скорее всего, заберу. Хотя я на этой деревне, опять же таки повторюсь, я вообще не играю. И прокачивать я уже точно не буду. Ну, давайте соберем. Соберем это все, блин, жесть. Теперь у меня по 3 миллиона ресурсов и 6 тысяч дарка. Ну, в общем, куда их потратить, я уже сам определюсь. Ну, нужно лучше потратить, потому что, ну, у меня
часто нападает на меня и часто забирает много ресурсов. Хотя в последнее время, видим, кубки все скидывали. В общем, вот такой вот, ребят, получился ролик небольшой. Если вам он понравился, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вот, ну что ж, на этом буду прощаться, ждите, еще скоро будет много разных выпусков, летсплеев и интересных фактов, поэтому подпишитесь обязательно на канал, поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Ну а я, ребятки, желаю вам удачи, удачных вам сражений, всего вам хорошего и до новых встреч, ребятки. Всем пока!